Челябинский певчая храмов Наталья Акимова презентовала свою новую книгу «Небесный пастух». Тексты, вошедшие в издание, представляют собой философские размышления о жизни и смерти, о поисках Бога и обретении веры, о грехе и покаянии. С православной поэтессой на ее персональной выставке стихов и рисунков пообщались наши южноуральские коллеги. В концертном зале имени Прокофьева города Челябинска состоялась презентация книги стихов и рисунков Натальи Акимовой под названием «Небесный пастух». Среди челябинских верующих Наталья Акимова больше всего известна как певчая. Доводилось ей работать и преподавателем воскресной школы, и ведущей православной радиопередачи «Спаси и сохрани» на областном радио. Однако лишь немногие знают, что эта жизнерадостная женщина наделена еще поэтическим и художественным даром. На выставке представлено около 100 ее рисунков и несколько десятков стихов. Тексты, вошедшие в книгу, представляют собой философские размышления о жизни и смерти, о поисках Бога и обретении веры, о грехе и покаянии, об отношениях мужчины и женщины. Мне хочется обратиться к творческим людям и попросить их задуматься о том, на что они должны потратить свой дар, чтобы он не был напрасно растраченным, а чтобы он был во благо созидания, во благо сотворчества с Богом и, конечно, во благо любви, добра и жизни на земле.